Белка, защита, проиграешь. Стоп. Победу одерживает Тихонов. Бой. В том же положении. Все, Дима, сжимай. Дима. Убирайся. Руку повыше, да. И замок зацепи. И все. Давай. И закручивай. Его закручивай, Дима. Хорошо. Все, души. Давай. Дима, надо держать. Дима, держать. И сдавайся. Давай. Можешь. Попробуй, если можешь, дотянуться к колени. Последняя минута. Дима, сильнее стави. Вот так, меня ногами зацепись. Хорошо, оттягивай. От себя оттягивай. Спину растягивай. Растягивай спину. Стоп, стоп. Опять болезнь на позвоночный звон. Готов. Бой. Я выиграл. Давай, поднимай руку. Да, Макс выиграл. Я выиграл. Бой. Стоп, 3 минуты. 5:50. В турнире по смешанному набору Яровского округа. Кудрявцев Максим. Второе место. Злобин Дмитрий. Третье место. Тихонов Роман. Я. Все пусть видят. Герой. Четвертое место, ребята, Евтушенко Иван. Четвертое место, получается, Масленников Пересвет. Четвертое место, получается, Сираджок Абдулла. Четвертое место, получается, Мартынова Злата. Наумов Назар. Спасывай Чуб, да? Третье место награждает Кубинский Артём. Они на улице стоят. Там награждается Павел. Четвертое место награждает Кубинский Артём. Молодцы, парни. Четвертое место награждает Кубинский Артём. Все наши. Четвертое место награждается Мартын Ахмедхан. Четвертое место награждается Партин Рейнбрау. На кубочку. Второе место награждается Джулишевский Николай. И чье-то третье место. Малинок Иван. Отлично. Два места тоже наши. Четвертое место награждается Балаян Ярослав. Четвертое место награждается Дюшин Артемий. Четвертое место награждается
нравится. Агрессивный Матвей. Четвертое место кажется Фролосу Мирову. Четвертое место кажется Мурату Павлову. Желаются, пошли. Все, на первое место называется Барчиком Юрий. Второе место называется Курану Желаке Максиму Жилью. Третье место называется... Где шампанское? Где бутылка с шампанским, парни? Почему вы так вот не делаете? О, Ваня, третье место занял. Молодца. Катин Цепелье, первое место. Второе место, при том, что помог мне в суде, если очень профессионально судил. Бакир Бала. Третье место. Чье же? Вестер Юрий. Молодцы, с победой вас! Я приехал на соревнования. Поверьте мне, здесь проигравших нет. Если вы вышли на татами, можно победить. Потому что выйти за татами, это очень дорого стоит. Перед вами уже не ваш товарищ, а соперник, который мотивирован, который хочет победить. Вот. Желаю вам в дальнейшем участие в побочных соревнованиях становиться профессионалами. Вот. Некоторых очень, я здесь отметил, мне понравилось. Очень легко выступление. Хорошие бои.